вода. Залив ничуть не жаль, что вновь корабли уплывают вдаль. Плывут корабли, но любой дали. А над морем, нам ласковым морем, мчатся на мёрзлёй. Да, в пионерском лагере мы пели. Песня очень старая. Как мы ее исполняли, как мы пели. Ну, на танцплощадке всегда это крутили. Всегда. Да, крутили. Постоянно. Ну, ты постарше чуть-чуть. Ну, да. На 3 года ты чуть старше. Да, конечно. На сколько? На 5. Не. Года вы рождения? 50-го. Я 53-го. На 3 года. На 3 года. На 5. Считать не умеешь. На 5. Захотела на 5. Вообще 3 года в этом возрасте очень много значит. Конечно, конечно. Ее прожить еще надо, 3 года этих. Да. Не так-то просто. Я у Нинки Салтановой спрашиваю. Нинка как-то замуж вышла. Угу. Она, короче говоря, кто-то там из парней обидел, она рассказывала про какого-то местного парня. Угу. И говорит, а там искали воду. Воду искали эти... Да я знаю, он приехал для... После... Он практику проходил саратовского технику. Да, 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 да. И вот он как-то к ней это... Да. И она вышла замуж. Я говорю, ну, Нинка, ты молодец. Но он умер рано, 48 лет. Молодой. Умер рано, да, 48 лет. Сердце. Живет сейчас Нинка Салтанова. Жалко, мужчины так нету, да? В Ленинграде. Петербурге. В Петербурге, да. Ну, они там где-то на окраине. Она, Ольга, это как-то... Она говорит, ну, говорит, нет. Ну, естественно, кто же их там в центр посадит, если они в 90-х годах приехали. Да, его перевели. Муж, там перевели. Уже все было забанено, чтобы их-то туда. Ну, как он, как шел по министерству нам. Ну, да. Или рация, что ли, там, или что, кто там знает. Его перевели, этого, ее мужа. Могла ли тоже в позу встать? Что ты там, миллиоратор какой-то там? Да мне почему надо, в позу? Мне подавай того-то. Не, ну она же по любви вышла. Да, вряд ли. Нет, она сказала, что по любви, она его очень любила. Она так сказала, не знаю. Я ничего не сказать. Ну почему врать? Ну зачем врать? Мы же уже на таком возрасте, там уже врать, знаешь, как-то это. Смысла нет. Не врать, но... Но она сказала, любила. Я вот с ней разговаривала. Вышла она по любви. Но она боялась, говорит, что я не буду замуж. Да, она Валю все сравнила с Валей. Mm-hmm. С мамой, с Валей. Как мама прожила жизнь. А ведь она, тетя Паша была, ну, не нам... Ну, нам по сравнению с моей бабушкой, она, по-моему, не очень большая разница. Да, ну ты что? Нет, большая разница, видать? Mm-hmm. Да. Она выглядела так просто. Господи. Да, она выглядела так, да. Она выглядела. Тетя Паша я очень хорошо помню. Она даже писала, с какого года, но я это... Ну... На почте вечно всегда ругалась. Выключите свет, что вы где-то... Как помню, Танька пришла с улицы, у нее руки заморожены. Она раз в холодную воду попустила, и Таньке руки отошли. Да, Салтана. А так и надо. Я... Горячую нельзя. И вот она одна жила. Вот. Оказывается, ведь Россия, это ведь с какой она области? Кто? Салтанова. Ну, где-то запада, но они же ехали, сама же знаешь, на там комсомольской стройке. Да, да. Где-то под Сковородино они вышли. Да. Это вы не видели, Валя приехала?